Футбольне Петро вітає сьогоднішніх уболівальників. І так у сьогоднішньому, на сьогоднішньому тренуванні ми хочемо підготуватися з гравцем місяця Олександра Мішуренка. Олександр, добрий день. Добрий. Олександр, що ви скажете, які ваші були відчуття, коли ви дізналися, що ви стали гравцем місяця? Ну, був приємно удивлен. Ребята на базі підказали, я навіть не бачив. Скинули в групу, увидел, почитал, было приятно, очень рад тому, что назначили лучше. Буду стремиться еще дальше. В этом чемпионате в тебе есть какая-то цель, которую ты хочешь достигнуть? Ну, конечно, мы все живем одной единой целью. Это выиграть чемпионат, выйти в высшую лигу. И еще одно питание. С кем из партнеров тебе найзручніше играть на поле? Да со всеми приятно. Все молодцы, все стараются. Все йдуть к одной єдиної цілі. Їдемо, паспортне слово, фамілію міняти. Що, ще, мабуть, один вопрос, нужен, мабуть, на русском языке для русскоязычных наших поклонников. Олександр, як ви готувались к этим предстоящим двух іграм, які ви провели просто блестяще, я считаю. Ну, это лучшие выходы на замены, можно сказать, золотая замена Петрова. Как вы готовились к этим играм? Ну, есть один секретик, но я его не буду рассказывать. Мы все его прекрасно понимаем, все знаем его. Александр, у вас был какой-то план, и вы его придерживались? У меня был план, и мы его придерживались. Посрачников давать мы тренировку не начнем, если будем всем давать. Ну, стервятнику надо дать, я думаю, чтобы поправить. Стервятник штрафной, где наш? Может. Я с копьем. Иди сюда, иди. Но игрок месяца, игрок всего. Пока-то. Нормально. Этот не грязный. Давай. Ну давай, братья, я тебя жду тут в конце. Только не сильно. Не теряйся!
Поехали! Готов! Готов! Ближний, ближний, ближний.